Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Kia Rio 2010 года выпуска, двигатель 1.4, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 147 тысяч километров, заменю на нем свечи зажигания. Открываю капот. Открыл капот, откручиваю крышку. Одного болта нету. Откручиваю шахту провода. Маленько обдую. Снимаю подсвечники. То есть надсвечники. Также продую. Беру ключ, головка на 16. Да, свечи уже давненько не менялись. Стояды NGK BKR 5 ES 11. Новые свечи возьму оригинальные. 18 814 11 051. Также стоят NGK BKR 5 ES 11, точно такие же, как и стояли. Вставляю ее в ключ. Не бросаем, опускаем и наживляем. Здесь динамо не указано, здесь указано, закручиваем свечку и доворачиваем ее на 3/4 оборота. Вот я от руки ее накрутил, а теперь берем 3/4 оборота, это у нас ключ должен смотреть сюда. Но это много, я не буду столько тянуть. Я все-таки затяну от руки.
Я не знаю, откуда они берут 3/4. 1/2 была обычно оборота. Вот так я и оставлю. Здесь болта не то, что его нету, он обломанный, вот обломыш. Поэтому заниматься я им сейчас не буду. Третьего болта здесь не хватает. Можно попробовать завести. Запускается нормально. На этом замену свечей зажигания я закончил. Всего вам доброго!